Так, отлично. Врываемся на матч между Ньюби и IG Vitality. Довольно быстро началась эта игра. Напомню, это второй полуфинал. И победитель сыграет в финале с Винкс. Проигравший будет играть с IG в матче за третье место. У нас по-прежнему Наньянг Круиз Кап. Ну и лайфстиллер Огр Маг в исполнении команды Ньюби. Деваурер, Бэтрайдер. Такой более китайский драфт, скажем так, в исполнении Бэтрайдера. Как же ты печатаешь? Хорошо. Это было слышно? Я просто думала, все, ясно. Итак, ладно. Кто бы мог подумать, у нас опять лайфстиллер в пике, чтобы было больше инфест-бомб. Только пока непонятно, с кем у него инфест-бомба будет. Потому что пока что Огр. На самом деле, Огр давно не было видно. Во всяком случае, в тех играх, что мне попадались. И в Европе я смотрел пару матчей, тоже его там не видел. И в Китае также. Но вот здесь Ньюби решают сыграть через этого суппорта сильного. Может быть, пойдут какую-то линию давить массой. Но IG пока что... не демонстрируют нам. Так, забанили Оракла, забанили Никса. Довольно-таки хороший бан Никс Ассасина против Бэтрайдера. Все-таки за счет своих карапасов очень неприятен. Что же касается Ньюби, у них ДБ и Джиггернаут в бане. И забирают себе Рубика вторым суппортом. Ну, уже точно можно сказать, что не с саппортом будет лайфстиллер отыгрываться через инфест-бомбу, потому что ни Рубик, ни Огр — это не те суппорты, даже при покупке блинка, которые будут врываться там во врага. Скорее всего, либо мидер, либо хардлейнер. Ну и оффлейнер — это наиболее хороший вариант. Очень странно, кстати, то, что отдали Деваура на самом-то деле. Ну, уже, в принципе, нам понятны два лайна команды IG Vitality. Деваур отправится в мид, Бэтрайдер отправится у нас на сложную. Единственное, что, ну, может, там, если ему совсем уж сложно, кстати, ему будет достаточно сложно против такой достаточно агрессивной триплы. Конечно же, я про лайфстиллера Агра и Рубика, его там вполне реально смогут убивать. Надо добрать Кэрри и второго саппорта команде IG Vitality, а Ньюби сейчас осталось взять, ну, я так понимаю, хардлайнера и мидера. Надо кого-то, кто будет более-менее стоять против Деваура. Сразу на ум приходят два достаточно, в принципе, популярных героя. Это Разор и Вайпер. Именно им удается против Деваура не только хорошо стоять, но и даже... при помощи саппортов, а здесь как раз саппорты могут позволить себе приходить с мид, потому что они такие агрессивные, есть и станчик, достаточное количество дизейблов, чтобы попробовать загангать мидера. И я так понимаю, вот Разор смотрится неплохо на самом-то деле. Разор, Вайпер. Вайпер на будущее, допустим, мог бы Меку собрать, и тогда Ньюби вполне вероятно могли бы попробовать сами агрессировать. Однако это пугна. На самом деле этот пик я явно не ожидала увидеть, и, честно говоря, я уже даже не помню последний раз, когда я видела Пугну в соревновательной дозе. Да, кстати, на ней тоже масочка, так как там тоже череп изображен. К сожалению, ты опять впереди, причем достаточно существенно, но я надеюсь, как-то к началу игры у нас этот вопрос решится. К статистике, IG Vitality до недавнего времени не могли выиграть у Ньюби ни одного матча, и только одну карту отжали где-то давным-давно. Но самый последний матч, который был сыгран на китайских квалификациях к саммиту, 2-1, IG Vitality оказались сильнее. Ну, Ньюби, что и говорить, совершенно другой состав, нежели был в те времена, в которые IG Vitality проигрывали. Да и IG Vitality смотрится гораздо лучше. Что касается последних результатов IG Vitality, ну, в принципе, они с переменным успехом идут. Обыграли FTD Club C, в ничью сыграли на DPL и Switch Gaming, проиграли LGD Forever Young и обыграли вот как раз-таки Ньюби. Ну, то есть здесь может быть у нас победа как одной, так и другой команды. Наверное, все-таки фаворитами являются Ньюби, и чуть лучше они смотрятся. Но IG Vitality — это будет далеко не самый простой соперник. Вообще есть такой вариант, что Ньюби захотят попробовать пойти в хард, такой достаточно агрессивный трипло, и Пугну поставить соло и взять еще одного героя, который будет также стоять соло. Честно говоря, мне кажется, такой вариант...
Опять же, если ты потом проиграешь эту триплу, то у тебя лайфстиллер окажется в очень плохой ситуации, так что достаточно рискованно, но тем не менее вариант такой существует. В любом случае надо IG Vitality сейчас добрать еще одного саппорта. А Кунке нужен какой-то рейндж саппорт на сейв, скорее всего, потому что, в принципе, на замесы у них уже достаточно много чего имеется. И так, что у нас вообще для сейвов может быть неплохо? Ну, газл? Ну, как Как вариант. тебе такой вариант? Как вариант Dazzle. Oracle, как мы видим, все-таки отправился в бан здесь. Есть еще Shadow демоны, немножко забытые. Ну, видимо, после вот этого фикса он совсем ушел из драфта, после фикса Shadow Poison. Ну, мне пока что драфт IG Vitality очень нравится. У них вот такая приятная комбинация. Сларк, который, в принципе, в лейте способен драться с лайфстиллером. ОД сильный начальной стадии игры и опять же в лейт-гейме. Есть Кунка, который может помочь. Есть Бетрайдер, инициатор, который сможет и лайфстиллера хватать в рейдже. Ну и вот как раз-таки им нужен еще один. Ну вот этот Тренд Протектор. Такой своеобразный сейв. Может быть отчасти для того, чтобы сейвить ТВРа, потому что, напомню, Пугна — это герой, который ТВРа ломает очень-очень быстро. Это герой, который, скорее всего, будет здесь играть на кор-позиции. И может быть от Ньюби очень жесткий подпуш. Но и остается Ньюби забрать себе какого-то инициатора, желательно героя, который на ранней стадии сможет с лайфстиллером вместе комбинироваться, но они выбирают совершенно другой вариант. Это очень необычный какой-то драфт, если честно. Это будет Виномансер. Причем, судя по всему, у нас все-таки соло мид Веник, Пугна на суппорте, и какая-то хардлиния будет очень интересная. Скорее всего, получается, Огр у нас в роли оффлейнера. Ну, честно говоря, тяжело сказать. Опять же, никнеймы все вперемешку у игроков. Нет, я так понимаю, что, ну, в любом случае Рубик и Огр — это саппорты. А вот как они расставят лайны — это совершенно другой вопрос. Сейчас нам, в принципе, все покажет. Ну, вот странный выбор дерева на последний пик, честно говоря. Ну, понятно, там сейв достаточно неплохой и так далее. Хил по всей карте — это... Итак, ага, пауза. Потому что такое. Все время, знаешь, пытаюсь мышкой, что ж, почему же не двигается? Ну и Написать в чат начинается у нас что-нибудь. игра. Да. Начинается у нас игра. В О, слушай, я, принципе, наверное, сразу. тебя догнал. У меня минута 17. У меня минута 0,8, 0,6. Панда качается, поэтому пока Ага. непонятно. Ясно. Ладно, в общем, я все сломал, походу. Извините, ребят. Опять. Майл, ну что же так? Хотел как лучше, хотел, чтобы мы синхронизировались, но, к сожалению, теперь, видимо, некоторое время у нас полагает. Ну, вроде как вернулись или нет. Ладно, уже не буду ничего говорить, просто смотрим. Когда-то это прекратится, скорее всего. По линиям, что здесь будет, все еще для меня загадка. И Ну вот, как если нам загадка, это покажется. саппорт Пугны. Ну, судя по тому, что закуп у Виномансера медовый, отправится именно в мид у нас Веник. Так что... В маках находится команда Ньюби. Сейчас спрятались на Рош-Пите. Могут попробовать... Вдруг сейчас кто-то выйдет, однако команда IG держится достаточно аккуратно, не собираются идти на бот-руну. Я очень далеко позади. Прямо вот у меня только еще 14 секунд до выхода крипов. Так, ладно, давай я попробую Давай, давай перезагрузить. ты попробуешь, потому что это жесть. Там даже Очень. не 5 секунд, а секунд 15, наверное. Ну, опять же, вернулись в 2007-2008. Именно тогда так выглядели там всякие стримы в ЦГ, когда комментаторы не могли поехать, а ездили в основном только за свои деньги, и не всегда, естественно, такая возможность была. Вот часто делали рестримы. Ладно уж на ВЦГ, но на какие-то такие второстепенные турниры точно никто не ездил, и, естественно, проблема была очень-очень большая в связи с этим, с тем, чтобы двум комментаторам синхронизироваться. Так, тут у нас пошел выход Кунки на Веника, промазал торрентом. Дукфайтс, ай-яй-яй. Ну и, в общем, пока что 0-0. Да, я тоже Так.
поводил мышкой случайно, забыв, что это всего-навсего рестрим. Попытался что-то потыркать, но Меня не очень час хорошо 05, получилось. 06, 07, минута 08, 09, Ровно 10. 10 секунд я позади. Так, 10 секунд, хорошо. Я попробую просто вообще полностью перейти на... Перезайти в доту. Раньше ну, с китайскими, на самом деле, серверами это приходится перезаходить, потому что лагает здесь, потому что отстаем, понятно. 25, 26, 27. Ближе, уже ближе. Чуть-чуть я все Ага. равно позади, ну, в принципе, уже не так критично. В Так, любом кстати, у случае. нас цепанули лайфстилера, а сейчас можно попробовать его забрать. Пошло замедление, и буквально еще один удар получается. И как раз фраг достается у нас команде IG Vitality. Погибает также и Огар. Два фрага, притом неплохо. Ну, какой же там урон у дерева жесткий с руки. Получилось забрать. Начало у IG Vitality очень хорошее. Ну и вот расстановка лайнов у нас следующая. Devour против Виномансера. И такая вот необычная трипла. Интересно, как получится у Виномансера против Деваура отстоять, но вот судя по второй минуте, мы уже видим, что у Деваура крипстат просто великолепный. 14 на 4 против 5 на 1 у Виномансера. Разминают друг друга Огар со Сларком. Так, Сларк продолжает агрессировать, цепляют у нас агра, и, скорее всего, это будет соло фраг. Последний удар остается сделать и добивать здесь его крип, но в любом случае фраг достается Сларку. 3-0 в пользу команды IG Vitality. Ну как же так вот, на самом деле, Огр здесь очень неаккуратно сыграл, и продолжает у меня пандочки скакать. Пандочки, ну вот, возможно, наш шанс. Виномансера тем временем забрали. Это 4-0. 17-4 крипстату ОД. Плюс ко всему он сделал фраг на венике. Пока что IG Vitality разносит Ньюби. Притом у Ньюби вот этот вот весьма странный драфт, который, честно сказать, не должен выглядеть очень хорошо в лейтгейме. И начало у них тоже провальное. Ну, посмотрим, может быть, удастся где-то зацепиться. Тут, конечно, надежда на то, что вот эта вот Пугна сможет своим вардом раздавать много дэмэджа в драке. Вообще, в целом, много магического урона они наносят, но... Так, тут Кунг пытается цепануть, ловит лайфстиллера, он прожимает рейдж. Но, опять же, ему очень тяжело отхилиться в размене тычками. И рейдж он прожал, значит, сейчас, будет без инициативы. Тем временем выходит Огр помочь Венику хоть как-то. Ну, Веник здесь просто ужасная ситуация. 9 на 2 против 26 на 4. Это очень жестко. Ну, пока у IG Vitality, как мы видим, все на самом деле очень здорово. На топе они лайн выиграли. Сларк в соло убивает Огр Мага там на третьей минуте. В миде Деваур выигрывает свой лайн, как мы видим, просто в щи. Но сейчас его, кстати, могут наказать. Однако нет, подходит Кунка и не получится. Получится, спокойно уходит. Ну и вот интересно, как у нас дела у Батрайдера. Видим, посмотри, какой у Батрайдера крипстат на данный момент. 0-0. Да, для Бетрайдера это не лучшая статистика, и, честно говоря, не совсем понятно, почему так плохо все. Там у Пугна все замечательно тем временем. Все-таки у нас получилась такая оффлейновая Пугна, которая стоит один на один с Бетрайдером. Ну, я понимаю, если бы он там проиграл, добил 5 крипов вместо 20 или там 10, но не добить вообще ни одного крипа, при том, что он может вообще, в принципе, уйти в лес. Против Пугна, конечно, не самая здравая затея, она тебе вышку моментально сломает, но, с другой стороны... Ну это же вообще какой-то ужас. Ноль крипов. Да, и КК здесь у нас исполняет. То есть КК штатный суппорт команды, причем суппорт пятой позиции в Ньюбе, В миде он... цепанули Виномансера, сейчас начинают его избивать. Еще буквально пару ударов подсадили на крест. И минус Виномансера. Отличный ганг от Торрента вместе с Кункой. Прилетает сюда Рубик, но сделать он уже, к сожалению, ничего не может. 5-0. IG Vitality пока доминируют. Не получается у нее ничего не сделать. Притом до этого момента, к сожалению, это не показали нам. Но было видно, что приходили Рубик вместе с Огрмагом в мид, пытались убить Девауэра. Однако Девауэр выбрал
очень хорошую позицию, и забрать его не получилось. Ну и единственный минус пока у команды IG Vitality — это как раз очень плохая ситуация у Бадрайдера. Вот 5 крипов у него только на 5-й минуте, по одному крипу в минуту иногда на харде получше. Мне все-таки интересно, будут ли у него какие-то стаки. Вышку Пугна практически забрала. Посмотри, там буквально, я думаю, сейчас, возможно, ее даже заденают. Надо сломать вард, но еще Пугна свой вард заденайла. А в это время на топе цепанули Огр Мага, выгрызается в него Сларк, получается здесь его убить. И дальше Найкс, скорее всего, должен догрызать здесь скорее Трента, однако не получается. Но все-таки Трент уходит. Минус 2 даблкил для Сларка, 7-0 IG Vitality просто доминируют. Притом доминируют на самом деле очень жестко. Нас и по... Мы видим, в принципе, по нетворсам, какая ситуация у нас на данный момент творится. Единственное, что как раз у Пугны все хорошо. Да, забрал там тавер. Короче, тебе надо что-то еще поколдовать над плеером, потому что все равно ты впереди. И это очень жестко, потому что у нас Трент еще умирает, а у тебя он уже ушел от ганга. Так, ладно, давай. Ну, либо как-то в таких напряженных моментах мне больше брать на себя инициативу. Нападение на Огра. Забрали Огра. Перетяжка наверх. 9-0 в пользу команды IG Vitality. Пока что все у них замечательно. Причем не совсем понятно, как будут отыгрываться игроки команды Ньюби в такой ситуации. Ну вот нижняя линия, конечно, у них стоит неплохо. Они могут поддавить ТВРа, но с таким отставанием будет очень тяжело. Тем более, что не самый прочный герой Пугна. И, как правило, стратегии с Пугной все-таки они хорошо себя показывают, когда есть какая-то суровая такая поддержка. Хотя вспомним, что те же ДК, когда еще был Муши, Бёрнинг, ISSS в составе, они очень часто играли с Пугной. И, в принципе, Бёрнинг на ней неплохо отыгрывал. 7.45, 48, 49. Очень далеко. У меня 34 только вот сейчас. Ой, это просто жесть. Да, ничего не поделать. Может быть, там советовали какую-то программу в чатике. Ну, в принципе, после этой игры мы, может быть, попробуем что-то сделать. Оставайтесь с нами на связи. Но, к сожалению, во время игры, конечно, что-то менять — это очень-очень тяжело. Благо, игра здесь может закончиться достаточно быстро. Причем до сих пор непонятно, в чью пользу она еще закончится. Уходит у нас Сларк. И начинают. Ну все, пошли Ньюби пушить. Вот сейчас Ньюби попытаются как-то засноуболиться за счет своего драфта. Поломать максимум ТВРов. В миде уже ломает веник. Выход ОД. Попытаются подраться с ОД. Но вард ничего не дает сделать. Конечно, вот этим кастерам вообще не подойти к Незер варду Пугны. Так, у меня 8.42. Ну, больше 10 секунд все еще. Ух, ну, в любом случае, можно сказать о том, что сейчас у IG Vitality преимущество достаточно серьезное. Даже сейчас этот размен Кунку на Виномансера, опять же, выгоден был команде IG Vitality, потому что Виномансер в данном случае это кэрри команды Ньюби, он мидер. И, как вы видите, не получается у Ньюби пока сделать ничего. Да, 10-1, хотя бы что-то смогли забрать Ньюби. Ну, по фрагам действительно не получается, но мы уже отмечали в прошлой игре, что вот эти вот стрики, которые сейчас набивают IG Vitality, преимущество как такового-то по золоту у них, ну, оно есть, но оно не такое большое, судя по тому, что мы видим. Там суппорты не сильно отличаются по нетворсу. Мид-линия, да, мид-линия очень серьезно отличается. Но, опять же, Сларк оторвался на 1000 от лайфстиллера. Преимущество вполне играбельное. И в случае, если Ньюби удастся сделать несколько фрагов, то они сорвут стрики и разом получат огромные дивиденды за убийство и ОД, и Сларка, и всей команды соперника. И что самое приятное для них, сопернику очень тяжело ломать ТВРа. Особенно там против Пугны, против Веника. Ни ОД, ни Сларк, ни Кунка, ни Трент, ни Бэтрайдер не могут быстро сломать вышки. Сларк нападает на КК. Ну, быстро здесь КК отбивается. Подходит Dogfights. Что-то непонятное здесь происходит на верхней линии. Кто нападает, кто защищается. Вроде как в обороне больше находится Ньюби. Здесь попытались вылезти вперед IG. Ну и вот смогут ли они забрать вышку сейчас? Посмотрим на верхней линии. Бэтрайдер выходит.
Да, здесь прямо такими большими силами нападение на огров. Все в огров кастовается, все, что только есть. И эту вышку они заберут. Все-таки большими силами удалось им. Но сейчас будет какая-то драка от команды Ньюби. Этим в смоках они выходят. Неужели не будет просветок на Трента? Ну как же так? И ультимейт от Виномансера просто в никуда. Действительно, просветки нет. Ульт от Веника мы еще пока, правда, не видим. Гонится за Дрентом. Забавный ультимейт от Виномансера. Ничего не скажешь. И Трент просто выживает. Тем временем Сларк у нас забирает Пуг, но пытается уйти, но забирает его Рубик в ответ. Продолжается здесь размен. Трент прячут Рубика. Минус Рубик должен быть. Остается лайфстиллер. Съел он своего визави. Торрент не попадает в лайфстиллера, лайфстиллер садится в огра и уходит. Размен 3 в 2 в пользу команды IG Vitality. По-прежнему они зарабатывают больше с этих драк. Ну, не знаю, мне кажется, здесь проблема лайфстиллера. Вот как вообще ему в такой драке как-то через инфест-бомбу врываться? Ну, не получается вообще никак. То есть ему единственное, через инфест-бомбу можно спасаться, либо просто забегать пешком. Но это настолько... Это как бы прошлый век, можно сказать. Это плохо работает. Кстати, здесь спанули у нас Бэтрайдера. Буду говорить, убьют его или нет. Тайна. У нас его еще даже не цепанули, на самом деле. А, ну тогда ладно. Да, вот сейчас цепляют Бэтрайдера. И все-таки зарабатывает на нем фраг команда Ньюби. Это четвертый фраг уже. Но Бэтрайдер, я так понимаю, у него все было довольно плохо. Хотя он по нетворсу поднялся, но мы помним, какое начало было у Бэтрайдера. Не самый ценный персонаж, и опять Ньюби идут в атаку. Прямо такой они суровый пуш затеяли. Но, как ни странно, до сих пор вышка стоит. Все-таки Трент Протектор, который подхиливает постоянно своим Ливинг Армором. Там будет шикарный замес, мой. Готовься. Я готов. Да, вот пошел телепорт от Бэтрайдера. Также идет телепорт. Шикарный торрент от Кунки. По двоим заезжает корабль. Вдвоих. Бэтрайдеру не дают подойти. ОД. Отличный ультимейт. Но все живут. Прячет Виномансера. Виномансера, скорее всего, добьет. Хотя, да, добивает Виномансера. Уходит отсюда Кунка. Отступает ОД. Цепляют еще и лайфстиллера. Бэтрайдер под ультом Виномансера, но выживает на одном хп, потому что ульт Виномансера не добивает. И в итоге, ну, должно получиться здесь отойти у IG Vitality. Отходят они. Потеряв одного Виномансера, смогли забрать вышку. Но, с другой стороны, для IG Vitality это, наверное, все-таки в плюс то, что они более-менее пока что отбиваются. Потому что все-таки у Ньюби, ну, с каждой минутой им тяжелее пушить вот этих героев. Особенно с покупкой БКБ на ОД. Ему вообще будет проблематично что-либо сделать. Да и вообще с покупкой Black King баров. И Виномансер будет страдать, и Пугна ничего не сможет сделать. Сларк Shadow Blade покупает. Мам, наверное, попробуй сейчас обновить стрим, Да, я потому что попробую. это вообще невозможно. Я боюсь что-то сказать, что не хочу спойлерить. К сожалению, у меня идут такие массовые пролаги после обновления. Мне кажется, из-за них в итоге у меня и отстает. То есть он где-то там стабилизируется на 10 секундах отставания. Так, ну вот сейчас я вижу, как Сларк нападает на Рубика, съедает его, залетает лодка. Минус Пугна. Огр. Огра также цепляют. Огр не отпускает, это уже минус 3. И 3-0 в размен в пользу IG Vitality. Они смогут забирать еще что-то. Подцепили еще и лайфстиллера. 4 в 0. Ну и судя по тому, что Мила все еще молчит, я так понимаю, у нее это все уже давно было. Да. Ну, если что, там 5-0. Ну ладно. Даже 5 в 0. Ну, видимо, начало мы... А, ну, конец мы не пропустили, а вернее, еще не посмотрели. Это 5 в 0. Возможно, даже 6 в 0. Я чувствую, что я сейчас буду отставать еще сильнее. Потому что у меня опять пошла буферизация. А, ну ясно. Ну, в любом случае, анализировать там можно. Да. 21 на 4 у нас счет, и на данный момент у кор-героев команды IG Vitality все просто великолепно. Мы сами видим Девауэра и Сларка, какой у нас нетворс. Ну, вот сейчас будет замес.
Я, у меня, ты можешь спокойно говорить, потому что у меня панда качается на качелях. А, у тебя план. Ну, тогда я продолжу. Замес у нас сейчас, в принципе, достаточно неплохой происходит. Цепанули здесь лайфстиллера, но он вовремя спрятался, поэтому ульт Деваура... Нет, кстати, посмотри, в принципе, неплохо. Получается убить тут Деваура, получается убить Трента. Минус должен быть Кунка. Кунка улетает на телепорте. Вообще, очень здорово сыграл, он успел там спрятаться вовремя. И минус 2 от команды Ньюби. Взамен они пока теряют одного Огра, но хотя бы какие-то активные действия. Цепанули здесь Сларка. Сларка совсем нет маны, поэтому здесь должны, получается, да, должны его забирать, забирают его. 22 на 7. Ну, неплохо. Хотя бы чуть-чуть отыграли денег, потому что забрали как раз Деваура и Сларка. Вот мы говорили ранее, что очень хорошая у них нетворса на данный момент. Как там твоя панда? Она великолепна. Качается до сих пор? Да. Mm. Ничего не сделать. Я это просто, ну, сегодня, я говорю, сегодня не стрим, а какой-то... Цирк. Неловкие моменты на протяжении всего стрима. Особенно мне нравится, как ты говоришь, посмотри, как Трент уходит там. А я смотрю на панду. Вот, Вот, слушай, мы... вроде бы вернулся. У меня 16:47. Знаешь, как я сделала? Я буду смотреть стрим Рухаба. Мне мальчик подсказал в чате. Сейчас мы все поменяем. Ну да, Ты тогда у тебя будешь будет, правда, еще смотреть. больше задержка, но да ладно. Ничего страшного. Получается, ты будешь рестримить стрим Китая, а я буду рестримить твой стрим, который ты Класс. стримишь с рест... А потом еще А? кто-то будет рестримить наш общий стрим с задержкой в 24 минуты. И там Тогда будут рестрим комментарии, рестрима. комментарии всех комментаторов. Так, подожди, вот сколько у тебя сейчас? 20, 17, 23, 4. Отлично, у меня 17:06 на стриме Рухаба и на стриме Китая Панда. О, боже, не получается так. Но попытка была хорошая. Ну что, 22 на 9. Ньюби пытаются все еще ломать вышки соперника. Но мы понимаем прекрасно, что у них стратегия не подразумевает какого-либо шага назад. Им нужно постоянно давить. Они не могут расслабиться, позволить себе пофармить. Им нужно постоянно идти и давить, давить линии. И, естественно, это все по экономике в жесточайший минус. Как мы видим, просто расплющенные герои команды IG Vitality. Здесь нападение на ОД. Пошел корабль. Корабль ни в кого не врезается. ОД уходит в инвиз. Просто отступает. И неужели никого не смогут забрать? Да, никого не смогли забрать Ньюби. В то время как Сларк все это время фармил наверху. Правда, цепляют Бетрайдера. Но Бетрайдер здесь сам нашел для себя приключение. Хотя даже Бетрайдер все еще живет. Еще в центре кого-то схватил в лассо напоследок. Ну и, собственно, чудом каким-то все-таки смогли забрать фраг. Но, опять же, потрачено уже очень много ресурсов. ОД выносит Black King Bar. Ну и, по-моему, Ньюби сейчас остается просто идти и пытаться сломать бараки, ловить на какой-то ошибке. Потому что если сейчас они отступят, к следующей драке Сларк с ОД уже будут слишком сильны. Давайте смотреть. Отличный торрент по троим. ОД. Взлетает в него станчик. Откидывается. Минус Рубик. Сларк ворвался. Пошел корабль. Сларк уходит. Ну какая игра от Кунки? Он опять попадает торрентом по трем героям. Цепляют Веника. Веник минус. УД в БКБ. УД нужно отступать. Пошли корни от Трента. Минус Лайфстиллер. В принципе, на этом игра, ну, должна быть по-хорошему закончена. Еще, я думаю, Ньюби сделают пару попыток выйти в атаку. Да, забирают здесь КК последним. Ну, отдали только одного Сларка. УД, конечно, ушел на лоу ХП, но размен просто ужасный для команды Ньюби. Скорее всего, если вспомнить, как играли вот те же там Vici Gaming образца 2014 года, сделают еще пару выходов Ньюби, попытаются сломать бараки, где-то соперника поймать на ошибке, но если их примут еще пару раз так, то напишут ГГ и все. Как тебе рестрим там?
А у меня теперь не работает стрим панды, то есть вообще он вообще никак не работает. И я смотрю твой стрим, то есть Рухаба, с задержкой в 30 секунд. То есть мы, в принципе, поменялись с тобой местами, теперь я отстаю от тебя. Но, в принципе, неплохо. Да. Очень-очень хорошее. Очень нравится. Да. Ну, Ну, ты можешь судя. подмечать какие-то моменты, которые я не увидел, в принципе. Потому что, несмотря на то, что мы вроде как и смотрим на один и тот же экран, но действительно уже пошла та стадия игры, когда очень много. Вот эти Торрента Кунки, я вообще не понимаю, как он каждый раз умудряется ловить по три героя без креста, без какого-то либо байта. Он просто кидает торрент и попадает по троим. Это очень сильно мешает пушить сейчас. Ну, собственно, все происходит так, как я и говорил. Выходит Ньюби, понимая, что нужно им подраться. Выходит в мид. Но здесь вот все бы ничего, и они бы, в принципе, медленно, но верно к своей цели двигались. Но есть тренд протектора. И пока они не пушат, пока они в таверне, пока они собираются в новую атаку, тренд протектор хиляет тавр на полную. Что в Так, такой ситуации ребята, делать, на самом неясно. деле, я все-таки, я вижу, вас интересует, почему нет звука, потому что мы рестримим, то есть это не наш стрим, мы не находимся в Доте, мы не находимся, не знаю, как по-другому это сказать, в лобби, то есть мы не через лобби, не через Ну Доту, да, единственный мы звук, через который мы клиент. можем сделать, это вот такой вот. Мышкой. А, не, ну, в плане того, что это рестрим китайского стрима. То есть, если мы включим звук, вы будете слушать китайские комментарии и не услышите в любом случае доту. Нам это официальная трансляция, там, к сожалению, по-другому сделать нельзя. С корабля. Да, официальная трансляция с корабля, где ребята комментируют. Там есть на самом деле какая-то вторая камера, которую я нашел на сайте CruiseCap. Тем временем ворвался Сларк. Ну, вряд ли он кого-то здесь подцепит, просто уходит. Ну и, в принципе, спокойно отступают. В общем, там есть вторая камера, но на второй камере какой-то завис один стоп-кадр, где китаец сидит в какой-то каюте. Ну, видно, что это корабль, видно иллюминатор, там видно море. Но больше ничего не видно, к сожалению. Вообще, конечно, интересно, почему место проведения выбрано именно такое. Просто Ну как да. бы оригинальными быть захотели или реально по какой-то там... Ну, знаешь, бывает там аренда очень дешевая. По акции взяли пару дней на корабле. Сплавали. И насколько я понимаю, корабль плывет из Китая в Японию куда-то, потому что завтра он прибудет, и 16 числа будет финал именно уже откуда-то из Японии. Ну, то есть тоже с корабля. Да, ребят, это на самом деле турнир, он проходит сейчас на лайнере, на корабле. И вот, к сожалению, соответственно, есть такие проблемы. Потому что там локальное лобби, и, к сожалению, мы просто не можем туда никак зайти. Поэтому мы вынуждены вот так делать. Ну, официальные представители предложили нам позже стримить через реплей, но это совсем не актуально, потому что все уже будут знать счеты, и мы пришли к выводу, потому что много зрителей собралось, не просто же так. Притом игры Да, на самом команды деле хорошие. интересные. Команды Да, действительно Винкс хорошие. играли. Винкс очень хорошо поиграли с IG. Здесь, к сожалению, пока что вот такой игры зрелищной не получается. Как мы видим, IG Vitality здесь контролировали игру. Они, в общем-то, планово просели так вот к мидгейму за счет того, что Ньюби вышли в олл-иновую атаку. Но сейчас у Ньюби с каждой минутой все больше и больше проблем. Мы видим, как Сларк отрывается от Лайфстиллера, ОД от Пугны, Бэтрайдеры дела налаживаются. Ну и опять же, если брать вот так, тут Сларк находит его, Рубик ворует Дарк Пакт, Сларка некоторые проблемы, но спокойно уходит, стянув на себя пятерых героев. В то время как Бэтрайдер фармит, сверху фармит у нас Тренд Протектор и Кунка. Да, и Сларк туда тоже стянулся, а ОД где-то в своих лесах занимает позицию. В общем, ожидаемо к мидгейму за счет вот этого магического раскаста, за счет лайфстиллера с его рейджом, посильнее выглядит команда Ньюби, но в лейте у них большие проблемы. И вот они пытаются этот мидгейм реализовать, но посмотрите на вышку. Вышка фуловая еще и под Ливинг Армором. И не могут ничего с ней сделать. Очередной торрент залетает, минус все крипы. Сларк уже крип скипнул, на миникарте видно, и будет, скорее всего, продолжать давить крипов и
Ну, стараться просто сейчас сломать. будет очень крутой замес, на самом деле. Ты сейчас оценишь? Да, заезжает. Какой корабль? Почти по пятерым. Отличная игра от Кунки. Лайфстиллера потащили. Трент отступить ему не удается, но лайфстиллер не уходит. Правда, это только Аегис. Аегис, который забрали Ньюби, это может сейчас быть ключевым моментом. Сларк в БКБ врывается, минусует Виномансера, уходит в Shadow Dance. Лайфстиллер пытается съесть Бэтрайдера, того прячут. У Сларка проблемы, Сларку помочь уже некому. Минус Огр с ультимейта ОД. Это Кунка был спрятан, видимо. Раскаст пошел в лайфстиллера, камера уехала куда-то не туда. В итоге лайфстиллер все еще жив, играет с армлетом. ОД, очень больно, ОД минус ОД. Неужели Ньюби продавит сейчас? Они очень близки, но им нельзя останавливаться, потому что Трент все захилит, если остановится. Да, и они все-таки решают, что нужно остановиться. И так выиграли достаточно неплохо здесь. Снесли вышку, но бараки все еще стоят. Какое напряжение. Что у тебя там по времени? Я думаю, что... Надеюсь, что мы более-менее хоть как-то... Так, на одном стриме 26:10, на втором 26:40. Выбирай, какое лучше. Ну, 26-10 неплохо. У меня вот А у тебя сколько? 11, 12. То есть... Практически мы приближаемся. Когда-нибудь мы будем Практически, да. вместе, да? Ты так чуть-чуть, знаешь, так это... Комментируй прошлое. Комментировать прошлое? Хорошо. Новый фильм такой. Комментируй прошлое. Вспомнить все, что было 5 секунд назад, и говорить только об этом, а не то, что происходит на экране. Да, но здесь уже, в принципе, понятно, как эта игра будет развиваться. Хотя IG Vitality сами делают какой-то выход интересный. Неужели они все-таки пойдут в атаку? Хард мод комментирования сейчас. Так, IG. Но пока ничего интересного не происходит, на самом деле. Что у нас у Виномансера? Грифсы и Вейл, 27-я минута. У Виномансера все неплохо и у Пугана. У них такие артефакты, ну, именно для пуша. То есть Грейвзы, Вейл, Пайп есть. Нашли Трента. Трент пытается сделать телепорт. Трента поднимают. Трент... Это важный довольно фраг, потому что без Трента никаким образом не получится спасать бараки с помощью Ливенгармора. Но сейчас нужно IG Vitality. Вот немножко они неправильно делают. Они пытаются принять зачем-то Ньюби. Хотя Ньюби будут просто впятером идти до их базы. Им нужно просто крип скипить, толкать другие линии, заставлять Ньюби возвращаться. Ну, обычный такой классический сплит-пуш. Да, вот Сларк уже этим занимается. Сларк отлично сейчас играет. Бэтрайдер, как мы видим, тоже наверху развлекает. Там погоня за Сларком нам ее не показывают. Сларк, беги. Да, Сларк, кажется, убежал. Не... Тяжело Прожимает он поймать. тиммейт, в любом случае его здесь не должны поймать, у него, если что, имеется БКБ, поэтому ведь его будет достаточно сложно. Но пока у них все более-менее неплохо, Рошан еще не резнулся, Рошана только второй будет у нас, вот как раз показывает нам тайминг, 4 минуты 40 секунд до появления Рошана. Ну, еще достаточно много. Это в плюс для IG Vitality. Пока нету Рошана, они могут спокойно вот так вот сплитить и даже драться на своей базе без преимущества Аегиса у соперника. Но пытаются они постоянно где-то поймать. Но вот как поймать игроков Ньюби, когда они просто ходят впятером? Это абсолютно нереально. Это не то, что сейчас нужно команде IG. Верхняя линия и нижняя линия. Вот замечательно пушит сейчас ОД. Но он один, и команда соперника уже успевает подойти к миду. Ну, очередная драка Получается, там сейчас будет. цепанут Сларка. Цепанули Сларка. Ну и не прожимает он здесь БКБ, поэтому отправляется в таверну. Сейчас 60 секунд без него. Пошел защитный корабль. Есть байбек, на самом деле, у Сларка, но пока что не тратит его. Не знаю, Ньюби здесь с такой игрой они вполне могут дожать. IG Vitality дали им пару шансов. Бэтрайдер только сейчас улетел куда-то крипскипить на мид. Но мне кажется, это уже очень-очень поздно, потому что бараки-то уже падают. И Ньюби... Да, Ньюби сломали центральную линию. Фантастика. Вот это, конечно, они упертые. Но в лучших традициях, опять же, Вичи Гейминг 2014 года, которые шли раз за разом разбивались об врага, но все равно продолжали пушить, понимая, что шага назад нет. ОД цепляют, у ОД большие проблемы, минус ОД. Великолепная игра на развороте. Да, и теперь уже вот попробуйте поиграть с командой Ньюби без центральной линии. Сейчас то же самое пойдет по нижней линии, по верхней. Спушат тир-2 ТВР, там и Рошан подъедет, и с Аегисом можно будет заходить.
Получается, еще сейчас забрать Деваура очень неплохо. Отыграли сейчас Ньюби. На самом деле, можно подтушить свои лайны и пойти на Рошана, который должен буквально через 2 минуты резнуться. Очень странно все-таки. Вот ты говорил, что был у байбека Сларка. Странно, что он его не делал. Соответственно, сейчас еще и Деваур погибает. Действительно очень странно. Ну и если получилось вот так вот забрать мид, когда все три стороны стояли, почему бы не забрать и нижнюю линию, и верхнюю линию не поддавить? Я думаю, что здесь отличные шансы есть. Они не могли пойти, потому что там, смотри, там товара еще стоят. Они просто не могли Ну, зайти на другие стороны. я имею в виду как раз вот почему бы не зайти на них сейчас, сломать тир 2. И если получилось тогда, в условиях, когда стоял мид, и все остальные линии были ну, как бы наравне, то теперь, когда мид будет сам по себе пушиться в сторону команды IG Vitality, ну вот наконец-то Сларк начинает подпушивать топ, но это уже так поздно. Почему-то нужно обязательно было дождаться, когда сторона упадет. Здесь сейчас будет стоять до конца Ньюби, скорее всего. Да, Сларк уходит, но на его месте я бы, честно говоря, оставался еще и ломал, потому что здесь гораздо сложнее. Нападение Бэтрайдера пытаются вытянуть. Пугна, хороший корабль. Можно попытаться забрать КК. КК начинает лайфдрейнить. Очень много ХП он, конечно, высасывает. Все-таки КК забирают. Сларк, Баш. Лайфстиллера прячет. Отличная игра. Здесь погибает ОД, погибает Трент. Сларка тоже сейчас будут грызть. Ну, великолепная игра от Рубика. Очень хорошо он засейвил своих героев с Барк помощью. делает байбек, но что вот сейчас он один сможет сделать? Потому что Деваура нет, и не будет его 45 секунд еще. Получится Тавр забрать, это 100%. А вот самое интересное, получится ли забрать Бараки? Потому что это будет уже вторая сторона, и дефить G Vitality будет очень сложно. Но пока вроде получается отбить сторону. 30 секунд у меня до Деваура. Да, 30 секунд, но остаются здесь IG, все правильно делают, нужно до конца дожимать, потому что пока нет Трента, пока нет Ливенгармора, падает барак, ну и все, дело сделано. Даже если сейчас погибнут все вчетвером, это будет не так страшно, но попытаются еще на самом деле подраться на развороте. Сларк, большие проблемы, минус Сларк без байбека. Ну, можно сказать, что это ГГ, потому что сейчас противопоставить IG Vitality ничего не могут. Как так можно было проиграть эту игру? Да, понятно, у Ньюби пик достаточно хороший, в плане интересно пушить с пугной получилось у них реально круто, но они очень сильно выиграли свои линии и получили достаточно хорошее преимущество, чтобы сражаться. Все-таки я считаю, что зря в тот момент Сларк пожалел этот байбек сделать, когда пушили Ньюби мид и получилось забрать Деваура, теперь умирает он еще раз. Ну и без байбека минус две линии. Сейчас уже вот-вот реснется Рошан, да, показывает нам тайминги буквально через 10 секунд. И с Аегисом смогут Ньюби продолжить свое грязное дело. Пока это выглядит так, как победа Ньюби. Честно говоря, это, знаешь, такой вот, ну, на мой взгляд, как немножко подзакинул здесь Сларк, честно говоря. Да, я пик, думаю, что конечно, этот сложный, байбек, он но... уже был такой. Ну, как бы это, конечно, все правильно. Не нужно было отдавать мид ни в коем случае, потому что потеря одной стороны в такой ситуации критична. Но ошибка, она была более глобальная, она была совершена раньше. Нужно идти и сплитить постоянно. Стратегия, на самом деле, нельзя ее недооценивать. Она очень сильная. Если ты ошибаешься один раз, тебе моментально могут сломать базу. То же самое мы видим сейчас. Недооценили. Вроде бы несколько раз отбились, подумали, что Ньюби уже не пойдут, что у них уже не хватит сил, но в 5 на 5 Ньюби очень сильны. И вот в такой вот осаде они еще собрали очень хорошие артефакты. Это там и Грейвзы, и Вейл, и Пайп. И сейчас УД ловят на ровном месте, и УД погибает. Но это уже какая-то пошла минус мораль, видимо, от команды IG Vitality. В общем, отдав мид, они, конечно, себе ситуацию усугубили, но то, что они не шли активно сплитить раньше, это была вот самая основная ошибка. И на самом деле, вот кто-то думает, что, может быть, эта стратегия настолько там простая и прямолинейная, и она неэффективна, но вспомните, опять же, Vici Gaming 2014 года. Ребята тогда выиграли второе место, заняли второе место на Инте, играя только этой стратегией. Они в каждой игре играли вот так вот, как сейчас Ньюби. Казалось бы, ну уже если соперник играет так постоянно, можно подготовиться. Но как-то ни у кого не получилось, кроме чемпионов Инта того года. Кстати, Ньюби. Но...
Опять же, вот посмотри, Devour так же, ну, далеко уходит. Я не совсем понимаю, у вас, типа, ты можешь там подпушить мид, подпушить бот, или хотя бы, не знаю, попросить какого-то саппорта рядом с собой побыть, чтобы тебя подсейвил. А ты уже, ну да, если уж такая минус мораль, то пишите ГГ, не тяните, скажем так, кота за хвост, потому что, ну, расстраивается и команда, и начинаете новую карту. Благо, у вас еще есть шанс выиграть, потому что формат этой встречи бот-3. Ну и 13 секунд получится у Девавра здесь резница. Ой, цепанули Бэтрайдера, поднимает его здесь Рубик, однако уйдет он на форстафе. Ну и... Фларк прожимает Shadow Dance. Ну а теперь просто придется ему здесь отступить, хотя бы БКБ он не потратил, придется еще и БКБ тратить. Ну как же так получается, ульта от Виномонстера не самая лучшая, однако в любом случае Тавр страдает. Резается у нас Девауэр, пошел Эклипс, выбивает Аегис лайфстилером, погибает Трент. Это, наверное, смешно. Опять я впереди, да? Ты на самом деле ты очень сильно позади, потому что у нас уже закончилась игра. Я даже не сразу понял, что ты настолько сильно позади. В итоге закономерная победа Ньюби. Я не знаю, что ты там комментировала.